Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Ой-ой-ой. Омск мне, как город, очень родной. Почему? Потому что здесь родня ближайшая живет. Поэтому в Омске я был в 95-м году, в Омске я был в 2003 году, когда ехал из Москвы автостопом, тоже здесь остановился на сутки, тоже отоспался, отъелся и дальше поехал. Кстати, ехал уже отсюда в те года уже на электричках. Половину, короче, до Барабинска доехал на электричках, из Барабинска тоже до Новосибирска на электричках. Короче, вот у меня этот путь я прошел так называемых собаках. Вот, Вань, скажи, как тебе город? Ты тоже, да, в первый раз здесь? Нет, я в городе-то уже живу давно, 12 лет, я сам с севера приехал. А с севера какого? Город Ноябрьск, Ямал-Ненецкий автономный округ. Ну, я школу там закончил, ага. и с родителями сюда мы приехали, на БМЖ. Угу, понятно. Ну, ты вот что можешь сказать про Омск, если вот мне, как человеку, который так этот город знает, что, вот куда нужно мне в первую очередь сейчас съездить? Да никуда тебе не нужно, езжай на вокзал сразу. Что тебе его смотреть? Да так, по центру прокатиться, посмотреть, так... Я сейчас даже сразу не соображу, что. Я, кстати, ребята, тоже не могу сообразить, потому что для меня Омск – это первый распитие спиртных напитков с братом в частном секторе, который… Поселок Нефтяников, да? Городок Нефтяников. Городок Нефтяников. Первый это там… Да. Первый этот… Кружение в голове, этот вертолеты летят. Первый здесь прочувствовал, так сказать, приехал сюда. Ну, весело. Мне здесь очень нравится, потому что, ну, это такие детские воспоминания. Какие детские? Пубертатные воспоминания, период полового созревания, алкогольной зрелости, так сказать. Не, город очень хороший. Он, во-первых, такой немного южный. Почему? Потому что на юге страны находится относительно ее середины. Чуть-чуть ниже, и уже Казахстан, да? Да, да, здесь. Да. Городу 300 лет, да, будет? Да, вот в этом году, в августе, будет городу 300 лет. Ребята, что самое интересное, что в Омске уже большие зеленые листья. Давно тут зеленеть начало? Еще вот числа, наверное, 30-го, может, 29-го апреля уже начало зеленеть. Ну, потому что я сегодня из окна смотрю, зелень одна, просто вот как, ну, такой, знаешь, где-то конец мая. Чувство такое, что конец мая наступил. Вот смотри, я в прошлом году, вот у меня, три года назад, вот у меня когда сын родился, я жил, с роддома забирал. В конце мая, ну, уже числа 24-го, 25-го, и только тогда начинало расцветать. Три года назад. Яблони и груши, да. А сейчас вот. И самое интересное, что вот в европейской части, в Поволжье, листьев еще как бы, ну, листья маленькие. А здесь, вот, смотрите, уже трава какая большая. Я, конечно, понимаю, сейчас вы смотрите это видео, уже, может быть, там грушу какую-нибудь едите или там огурец с огорода. Но суть в том, что удивительно то, что Омск, Западная Сибирь и такая зелень на дворе. Ой, как красиво-то, а? Смотрите-ка. Здесь еще ночью все светится. Как-то. Светится, да? Да. Ой, смотрите, ребята, красота какая. Это еще до впадения Омки в Иртыш. Там-то вода чернее уже, да, из Омки? Да. Темнее. Здесь Иртыш чистый. Выезжаю из Омска. Мало видео. А потому что заебало. Дизлайки, стараешься, вам снимаешь. Ездишь к вам из города. Камеру 360 Сережка арендует. А вы же дизлайки ставите. Ну, короче, что, не, правда, а что я сейчас поеду, куда я сейчас поеду? В ночь. Видео смонтировал, ночь наступила. Надо же ехать на поезде, правильно? Правильно. Следующий город Новосибирск. Новосибирский, я так думаю, проведу стрим. Утро начинается не с кофе, а с проверки моего рюкзака в новосибирском метро. Так тут нельзя фотографировать. Как нельзя? Выключайте. Да? Тут фотографировать ничего нельзя. Все, понял. По привычке не знаю, куда ехать. Еду в центр, кинотеатр. Там телефон подзаряжу, я уже розетку знаю, в кинотеатре, где она.
находится. А чего они разлетались-то? Репетиции будут. А, здесь еще танки ходить будут? Наверное. Танки не знаю. Пол седьмого сегодня репетиция будет здесь. Сегодня 7-го. А кто парад принимать будет? Ну, придется мне принять. Пару мегаполисушек. О, смотрите. Фау! Сейчас как ракета выпустят. Если бы я не прочитал, что это за скульптура «Деловая женщина», я бы подумал, что здесь какой-то, я не знаю, интим-салон какой-то. Ну, разве можно вот так вот такое декольте носить? То есть без всего тички как наружу выкатываются. А я еще уже неделю, а не еще, а уже неделю, так сказать, без женской ласки меня даже скульптуры возбуждают. Прошло какое-то время, да, как я поселился в хостел, поспал, как знаете, прилег, да, я думаю, полежу, отдохну, вырубился. Короче, помылся я, бриться не стал, думаю, может, до Южно-Сахалинской бриться не буду. Юра поехал на тренировку, а в прошлый раз приглашал, и никто никуда не поехал. Не доехали. Не доехали, да, до тренировки. Ну, в этот раз я вот вечер, думаю, что нужно посвятить спорту. И если даже не я занимаюсь, то посмотреть на человека, как он занимается спортивными этими штучками. Кстати, ребята, здесь партия Родина висела когда-то, а сейчас здесь висят помидоры. Вот. Чем знаменит Новосибирск? Еще раз вам напомню, тем, что здесь партия Родина буквально на каждом шагу. Во, ребята! А я вам о чем говорю? Партия Родина, наш рулевой. Вот, посмотрите. Парад принял. Все. Чао, пока. Вот, ребята, партия Родина встречает меня и, так сказать, провожает нас на тренировку. Да. Привет, дорогой. Привет. Ну, расскажи, просто в двух словах мне расскажи по поводу твоего путешествия. Как ты решился вот автостопом по всей галактике? Так, ладно, ребята, я хотел с Витей поговорить. Нормально, он начал снимать. Да это же я для себя. Ну да, кстати, это единственный человек, который снимает на видео и не говорит, можешь потом ссылку разместить на видео? Не-не-не, это же для себя, ребят. Я просто для себя снимаю. Мне кажется, что лет через 10 будет очень интересно посмотреть это все. Турнир по хоккею с шайбой, между прочим, не с мячом, а с шайбой. Среди любительских команд Новосибирска. У них турнир основной прошел уже, а вот это дополнительный турнир, чтобы ребята не слонялись нигде, ерундой не занимались, по подъездам не ныкались. Не наркомали и не бухали. Да, да, да. Как да. Симонов, не наркоманьте и не бухайте. Вот именно так. Поэтому, ну, снимешь чуть-чуть, посмотрим, так обзор. Ну да. Хочешь. А Юра в какой команде играет? Вымпел. Вымпел? Да. А противоположная команда кто? Самое, что интересно, противоположная команда сегодня глухонемые. Как это? Ну, люди, которые не слышат и не говорят. Подожди, настоящие что ли? Да. Это дворец, вот этот дворец и база, они на самом деле являются чемпионами мира. Среди глухонемых, да. Подожди, не может быть. Не может быть. Сейчас ты посмотришь, как они общаются на льду, и все поймешь. Команда собиралась и говорит, там, говорит, этот бородатый из противоположной команды. Есть такой. Всех, говорит, ломает. Он не просто ломает, он даже, вот сейчас турнир, да, вроде как, ну, интересная, ответственная игра. А когда у них просто двухсторонняя игра, когда они играют как на тренировке, он даже на таких тренировках просто бежит клюшкой, бьет, драться лезет. Ну, посмотрим, может, и сегодня еще получится. Но они же свисток не слышат, надо руки поднимать. Когда судья свистнул, кто-то из наших вратарей или наших игроков, или там судья сам руки вверх поднимает, и они видят, что это значит свисток. Красиво забил, очень красиво. Команда из-под вывертом. Из Казахстана. Да? Из Казахстана. Почему такая частая замена игроков? Ну, чтобы отдыхали, а зачем? Это же уже пенсионеры, это же уже люди, которые от спорта далеки. Вот когда я играл в футбол. Так. Мы не менялись. Мы не менялись. Нет, ну, футбол другой.
Но этот с бородой нет, не злодействовал. Не злодействовал сегодня. Нет, сегодня нормально. Да, сегодня у нас... Потому что под прицелом телекамер это все происходило. Наступил второй день в Новосибирске. Я не помню, что я вчера снимал, где я вчера снимал. Самое главное, что вчера прошел стрим. Я понял, что количество смотревших и смотрящих стрим и симпатизирующих стриму гораздо выше, чем те ролики, которые входят из путешествия. Набирает мало просмотров, но зато лайков много. Остались, я так... Да, и денег много. Я понимаю, что на канале остаются ценители. Просто гурманы творчества. Настоящего творчества. Второй день я сегодня купил билеты, опять-таки, не автостопом. Почему? Потому что... Что же опять к Симонова хочу? Почему? Да потому что хочу, чтобы ты пошел на работу. В Красноярске у меня перевалочная база, я стираюсь, там все, короче, мысли привожу в порядок и снова стартую с новыми силами. Вторую половину пути преодолевать до Южно-Сахалинска. Сегодня я сжигаю вот эту куртку. Мне говорят, там, отдай куртку, там, еще кому-то что-то сделать. Зона может пустить. Нет, она должна испариться и стать цифровой формой. Перейти пеплом. Та куртка стала в цифровую форму перешла, аккаунтов много, куртка Михалыча. И эта куртка должна тоже превратиться в цифру, так сказать. Так что сегодня ее сжигаем. Каждый город славен своими какими-то надписями. Счастье не за горами, это где? Перми. А Новосиб славен тем, что... Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Это вы кто написал и зачем? Ну, это история долга. Это советских времен еще. Советских времен? Да, но это только обновляют каждый раз, а так вообще надпись советских времен еще. Обалдеть. Просто это уже новая как бы интерпретация. Вот смотри, столбы, они видишь, что они старые. Ну, столбы-то старые, да. Это, видимо, какого-то завода, да? Завода, да, вот инструментального. Видели ночь, гуляли всю ночь. Про вчерашний день. Да, это про вчера. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Кстати, где-то здесь вчера ехали. Могу приблизительно почувствовать. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Вот эта вот реклама делается по любви. Пивная лавка. Горячего-то есть копчение? Помнишь там. Ага. Сюда приехали. Ой, и лещ, и хрещ, и все на свете. Харюф так и сюда не завезли, да? Нет. И не завезем. И не завезем. Доказывайте, пожалуйста. Последние кадры, когда вы видите меня в этой куртке, сейчас буду вытаскивать все из карманов, так сказать, буду производить анбоксинг куртки. Ага, Жень, поснимай, пожалуйста. Да, давайте. Да. Ну, в этой куртке очень хорошо, что можно всегда положить сюда всякие штучки. Вот у меня здесь две ручки партии Родина, которыми я писал на трассе название городов. Что ж такое-то? Собачка, ты не лай. У нас говорит, повяжут, это не важно. От куртки останутся эти карабины. Может, с другой стороны там встанем? Ага. Там слышно. С этой стороны. С этой стороны ничего нет. Потому что всегда удобно. Раз, вот так вот ты достаешь отсюда. Теперь в этой кармане ничего нету. И в этой кармане внутренний карман ничего нету. Пресса. Паспорт. Скажут, что я тебя обыскивают, скажут, поймать. Зачем покупал, если все равно не заряжаю? Как говорит, флешка. Значки Олимпиада 80. Как говорит, Михалыч, что у тебя в куртке есть? Ну вот, два значка Олимпиада 80, значок Пермь. В этом кармане ничего. Вот, ребята, еще здесь такой карман есть. Тоже ничего. Ой, куртка такая хорошая. Внутренний карман. Ой, внешний карман. Ничего. Да как же с тобой прощаться-то? Курточка-то ты моя. Родненькая. Так, вроде. Да все, вроде ничего нету.
Сейчас я еще проверю. Что называется, как говорят немцы, zum letzten Mal. Последний раз. Ребята, очень хорошая куртка, очень. Будо сборду и в компании Forward. Очень признателен за то, что эту куртку дали. Ребята, у нас тут вид на миллион. Это вот эта трасса, да, Транссиб? Да, Транссиб, конечно. Подожди, а где ЖД вокзал? Вон там, на той стороне. А он, подожди, поезд вот как? Вот мост, видишь, вон мост. Да. Мост проезжает, туда заворачивает, вот туда. Там... А, то есть я уже не буду проезжать, да? Здесь ты уже не будешь проезжать, ты уже в Москву когда поедешь обратно. А, вон оно что. Так что, ребят, когда будете проезжать, увидите здесь что. Ну, опять это, московские, white power skinhead. Привет, ребят! Ребята, что-то перепугались. А что они здесь пьют? А что вы перепугались? Чего не перепугаться, да? Ну. А что вы тут делаете, а? Кино давно кончилось. Вот, ребята, ритуальная штучка. Так, все, Жень, держи. Официально заявляю, для чего это делаю. Это прошлое, такое нехорошее. Шилов тебе эту куртку подарил, а я ему ее возвращаю. Что должна быть трогательная музыка какая-то. Наложи, Михалыч, наложи музыку. Та-та-та. Ну почему? Буркуапа. Пишите в комментариях, как вы думаете, быстро сгорит или нет? Haben Sie ein Feuerzeug? Слушай, а вспыхнет сейчас? Да не вспыхнет. Он вспыхнул, смотри. Ой-ой-ой. Как трогательно. Слушай, ну что, реально. Так я не успею сейчас, без сколько быстро. Так сгорит. Я и говорю, что. Ну все, Михалыч. У меня еще инициализация видеопотока идет, а куртка уже сгорела, ребят. Ну вы посмотрите, какая хорошая куртка. Та, кстати, горела гораздо дольше. Мы еще успели выпить, закусить, наверное, 3 раза. Тут буквально за минуту, да? Да. То есть хорошо, как говорится, это легко ушла. Ну вот кто на поезде будет проезжать вот в это отверстие, смотрите и представляете, что здесь до сих пор горит куртка. Все, ребята, ушли, потушили костер. Сейчас Женя спрашивает, есть ли какие-то у меня чувства? Никаких. Чувствую, что наступило лето. Покидаю я Новосибирск. Очень холодно. Без куртки. На улице действительно холодно стало. Доеду до Красноярска, там себе куплю новую куртку.